Привет, привет всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня я рассказываю о своей старой работе, которую я слегка перерисовала, добавила кое-что, и она ожила. Мы ожили, мы сегодня ожили, чтобы вершить великие дела. Вот так что и я сегодня из своей старой работы я сделала немножечко новую. А именно, я дорисовала велосипед с букетом, и эта парочка ожила. Все стало на свои места. Но мне этого показалось мало, и я передний план заполнила вот такими цветными одуванчиками. Этого тут не было. А сейчас это появилось здесь. Если вам это понравилось, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь и будете всегда в курсе моих новостей. Если вам хорошо и уютно на моем канале, если вам не скучно, а хочется окунуться в любовь к рисованию, то я буду рада новым своим подписчикам, новым своим друзьям. Итак, продолжаю рассказ об этой новой старой картине. Вот такое вот у меня получилось новенькое. Это как женщине купить новое платье, которое ей очень идет, и она сразу становится другой немножко. Так и эта работа. Вот мне понравились эти идеи цветных одуванчиков. Вот 18-й год я нарисовала, а теперь вот буквально вчера я дорисовала вот эту цветные дуванчики, эту идею внедрила. И они, по-моему, стоят на своем месте. Вспышки солнца. Это столетний дуб, влюбленные под дубом стоят. И велосипед. Велосипед говорит о многом, правда? Это хатка под стрихой старая. И качеля вот такая, всполохи солнца, лучей солнечных. Такая вот работа. Опять же, я повторяю тем, кто имеет претензии к рисованию. Если вам что-то не нравится, что-то вас не устраивает, ну, пожалуйста, значит, это не ваше, и вы найдете себя на другом канале. А на этом канале в основном любители рисования. Мы заняты тем, что обогащаемся энергиями друг друга, творческими. Нам хорошо, я рассказываю, люди смотрят, может быть, даже начинают рисовать тоже, может быть, что-то просто выносят теплое, что-то светлое. Поэтому вот у нас такое сообщество на моем канале. Если вы один из этих моих друзей, то подписывайтесь на мой канал. Не забудьте ставить колокольчик, комментарии. Потому что именно комментарии способствуют развитию канала, способствуют тому, что я, видя обратную связь, мотивирована на создание новых видео. Это меня очень-очень мотивирует и окрыляет. Потому что вообще, я так понимаю, что если я выкладываю видео новые и вообще нахожусь в Ютубе, это для меня своеобразный видеодневник. Если раньше были дневники бумажные, то теперь вот такие видеодневники у нас. Ну, и еще хочу сказать, что ее можно... Это бумага акварельная, наклеена на картон. Вот даже вот видно. Ее можно одеть в раму. Этот рисунок вот в такую раму. Опять же продолжаю. Вот в такую. Или еще меньше. Можно просто в розовенькую такую, легкую. Такой багетик. Вот такая вот история
с этим велосипедом. Кстати сказать, я велосипеды с цветами, с букетами, акварельные такие, такие поэтические велосипеды рисовала очень много. И вот, когда я нарисовала этот велосипед, все стало на свои места, и картинка ожила. Ну вот на этом все. Такой маленький у меня сегодня выход в эфир. Коротенький такой. Вот, оставайтесь, еще раз говорю, на моем канале. Делитесь своими мыслями, своими эмоциями. И всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.